дедушка и внучек. Император Николай I остался в русской истории персонажем недопонятым. Очень часто мы называем его Николай Палкин, рыбий глаз, хотя император Николай был человеком очень добрым, обладал своеобразным чувством юмора. Так, однажды, явившись на смотр в дворянский полк, он вдруг увидел одного из кадетов, который был выше даже императора. Император Николай I, как и многие Романовы, отличался высоким ростом. Удивленный таким моментом, император обратился к поразившему его кадету. «Кто ты, братец?» «Романов, ваше императорское величество». Император, решив пошутить, задал вопрос. «Не родственник ты мне?» «Так точно, ваше величество», – ответил находчивый кадет. «В какой же степени родства?» – удивился император. «Вы отец России, я ее сын, ваше величество». Императору понравился этот ответ. Он наградил находчивого кадета памятным подарком и впоследствии следил за продвижением карьеры своего новоявленного внука.